sucked all the gas out of this place. We consume it all. I think we're almost done with this place. Здесь хорошо с воздуха коннектится. Фак. Ну ладно. Жалко. Практически бонус выцепили. Ну ладно, сам виноват. Надо было сейчас еблом не щелкнуть. Бля, ну АКЦ, она прям вот... Вот просто вот... обсерваторская вышка. С нее можно скатиться. Там плюс еще парашютом запрыгнуть обратно в здание. С одного на другое. Противники расставлены вот просто вот... Чуть-чуть, сука, фантазии вруби. И ты просто их вот-вот просто вот... Раздырявишь, нахуй. Вот реально такая красота, сука. Кто дизайнил этот аванпост? Ебаный красавчик, нахуй. Просто, блядь. Как аванпост-то хоть называется, нахуй? Было одно удовольствие, нахуй, это защищать. Лорна, трак, стоп, ебать. Лорна, уважаемый Лорна, ебать. Я вам просто выражаю, ебать, нахуй, ебать, респект, ебать. За то, что у вас такой охуенный аванпост. Ну, это реально, вот, блядь, вот просто, вот, давайте посмотрим. Началось все сверху, да, вот мы оттуда приехали. Чикнули, значит, одного здесь. Второго здесь с метательного ножа. Перешли сюда. Тут еще чел вот этот стоял, я не знаю, как он не спалил, он, наверное, внутрь гаража заходил в этот момент. А, здесь оттуда мы допрыгнули, короче, вот сюда через парашют нас прям цепануло. Здесь мы происследовали, здесь чувака тейкдауном слили, здесь слингшотом, здесь воздушный тейкдаун. А, и еще до этого воздушного тейкдауна я выпустил наружу волка, осталось двое. Второй тип был где-то вот тут. Он побежал, я его спину ёбнул. Вот здесь вот, да, вот меня заметили, сам виноват. Ну, блядь, очень-очень качественно, блядь, сделано. Вот это аванпост, ебать, он прям просто... Это же, блядь... Кто-то, блядь, такой выбежит, такой... Бля, вот эта хуйня, да, короче? И потом скажет, ебаный аванпост, ты, сука, я чё-то, бля, какая-то хуйня скучная, бля... Каждый аванпост, ебать, здесь видно, что каждый индивидуальный человек работал, блядь, потому что они кардинально отличаются, нахуй, блядь. По расстановке противников, по общему дизайну, блядь. Никто просто экспериментировать не хочет, а потом ноет, блядь. Заебок, я прям попал, да? Ну ему похуй, походу, блядь.